Ну что? Нельзя ссать на памятники, ну. Памятники на кладбище, а это просто хлам. Ну, человек погиб здесь, его кто-то любил, решил оставить память о нем, а ты ее оскверняешь. Пусть помнят дома или на кладбище. Незачем всем вокруг засорить мозги своей памятью. Если один мудак сдох, уткнувшись в дерево, то это его личная трагедия. И нечего тут памятники городить. Но ведь можно же просто не обращать на это внимания. На планете 7 миллиардов людей. Большинство из них азиаты, и с каждым годом их становится все больше и больше. Если на месте смерти каждого говнюка родственники поставят памятник, мир превратится в одно большое кладбище. Где тогда ссать? Ладно, поехали. Нам же нельзя останавливаться, чтобы не привлекать внимания. Ты же сам говорил. Когда ты в последний раз менял лед? Когда мы выезжали утром. 2 часа назад мы заехали на заправку. За бензином, сигаретами, картой, новым льдом. Я заправил бак и взял сигарет в автомате. А где лед? Ну, я очень хотел пить. И я подумал, ко льду было бы неплохо взять колу. И я пошел за колой. По дороге помог послеповатой старушке заполнить лотерейный билет. И про лед забыл. Ты идиот! Все, что от тебя требовалось, это засыпать лед. А теперь чувак уже смердит на этой жаре. Ближайшие 50 километров льда нам не видать. Так что пиздец теперь твоей мамаши, точно. Он смердел еще при жизни, до того, как ты его убил. И не говори так про маму. Я его убил? Мы сделали это вместе. Я помогал тебе спасти твою мать, не забывай об этом. Маме нужна только печень, а ты хочешь нажиться на всем остальном. Что ты делаешь? Что ты Жаль, что мы не можем его подобрать. Наверное, слепым быть очень сложно. И обидеть может каждый. Какой, блядь, сложно? Да с ними все возятся. 100% следующий сжалятся и подвезут. Наверное, назвал нас пидорасами. Или еще как-нибудь. Ну мы же не пидорасы, правильно? Мы же реально не можем его подвезти, да? Что ты задумал? Так, оставь его. Может, он нас не оскорблял. Ты точно идиот. Кто будет шмонать машину со слепым? Никто. Мы его берем. А если ему не по дороге? Да какая нахуй разница, куда ему? Нам главное следующие 40 километров проехать, чтобы не тормознули. Дальше и высадим его. Я думаю, это плохая идея. А кто тебе сказал, что ты умеешь думать? Главное, не спиздани ему что-то по доброте душевной. Стойте, давайте я вам помогу.
Хорошо, что я вас встретил. Друг, подбрось до части. Извини, братишка, не могу. Так, что, все на месте? Что это? Ну что, проблема подвести? Ну сложно, а что ли? А где мой кулек? Я уже третий час здесь торчу. Меня кинули без воды и без денег. Видишь, слепых только вожу. Вот ослепнешь, приходи. На, держи воду. Посмотрите на соседа справа, соседа слева. Убедитесь, что все на месте. Еще раз огромное спасибо вам за то, что подобрали меня. Еще чуть-чуть, и я бы там сдох. И тебе бы поставили памятник на обочине. Да я серьезно, спасибо вам. О чем речь, дружище? Я сразу сказал, надо взять того парня. А он мне в пизду этого слепого, пусть другие берут. Да неправда, не было такого. Да ладно, я шучу. Любой бы на нашем месте так поступил. Куда едешь, дружище? Я к маме еду, в счастье. О, я тоже еду к маме. Правда, она сейчас немного приболела, но я приеду, и сразу станет легче. Да она симулянтка. Просто захотела увидеть своего маленького сынишку. Вот и придумала историю болезни. Ребята, у меня голова раскалывается. У вас водички не найдется? Конечно, есть. Даже лед есть. Правда, он весь растаял. Тормозни на секунду. Божественный нектар. Да бери всю бутылку. Спасибо. Слушай, а ты когда-нибудь видел свою мать? Ну, то есть, ты давно такой? Ну, раньше я видел, но попал в аварию. Врачи сказали, что только пересадка может помочь. Слушай, а мне кажется, я могу тебе помочь. Расскажи лучше, как ты оказался в этой глуши. Да я и сам не знаю, если честно. В смысле? Меня подобрали на трассе подростки, а затем я уже очнулся во враге без бумажника, телефона. Вот такая ситуация. Ребят, у вас запах какой-то. Я ничего не чувствую. Нет, действительно что-то есть. Кажется, колесо спустило. Надо остановиться. Надо сбрасывать мертвяка. Неси ключ. В смысле сбрасывать? А как же мама? Забудь про нее. Он протух и слепой уже учуял этот запах. Если нас тормознут, нам пиздец. Ну как же мама? Ну мы не можем ее бросить. Тухлая печень ей точно не поможет. Неси ключ. А если мы этого, а? Ну нет, с меня хватит. Лучше в Uber вернусь. Неси ключ. Давай быстрее. Его нигде нету. Что значит нету? Ты лез в багажник за колой, сука. Куда дел ключ? Ну, может, я его потерял или забыл в багажнике. Прости. Зачем я с тобой кретином связался? Потому что деньги любишь. Вставай, будем тянуть через салон. Прости, дружище. Придется тебя немного побеспокоить. Багажник не открывается. Будем тянуть запаску через салон. Без проблем. Тяни. Тяни! Вот что смердело. Все колесо в дерьме. Еще лед, дружище. Благодарю. Какое тяжелое колесо. Давай, давай. Слепой нам больше не нужен. Высаживаем его и валим. Выходи. Мы сломались. Тут недалеко есть СТО, кое-как туда дотянем. А тебя тут, на остановке высадим. Сядешь на автобус, доедешь до города. Давай.
Осторожно. Вот так. Садись. Интересно, вот зачем слепому часы? Ты о чем? Ну, у него, кажется, на руке часы были. Кассио, по-моему. Слушай, он трос свой забыл, а? Может, вернемся, отдадим? Этот пидор нас наебал, он не слепой. В смысле? Слепой не забудет свою трость. Доставай ствол. Да? Ты уверен? Доставай ствол. Зачем? Доставай, блядь, ствол, у нас новый донор для твоей мамаши. Его нету там. Что? Ну нету ствола! Ты его в багажнике забыл? Кретин! Ты-то слепой его взял. Все, блядь. Ушел вместе со стволом. Ну ты кретин. Просто конченый кретин! Если бы ты не забыл лед, ничего бы этого не было. Вон он! Печени. Бери ствол, вали его. Ближе подойди, придурок, в голову стреляй. Ребята, ребята, я мамой клянусь, нихуя не расскажу, пожалуйста. Я же говорю, кретин, в голову стреляй. Сам ты кретин. Ты все время делаешь меня виноватым. А я говорил, не надо было его брать. Сам виноват. Давай, меня убей, а этого дебила в живых оставь. Он напиздел нам раз, пиздит и сейчас, когда мамкой своей клянется. И тогда конец нам будет. И нам, и твоей мамаше. Извини, что целился в тебя. Чтоб больше никогда так не делал. И ты меня прости, я перегнул. Просто больше никогда не говори плохо про нашу маму. Ты же знаешь, я ненавижу эту суку. Эй, поаккуратней. Ладно, братик, договорились. Ну все. Мама, мы едем!